Assalomu alaykum. Birinchidan, hurmatli Navbahor muxlislarni bu g'alaba bilan tabriklayman. O'yinga kelsak, to'g'risaysam, juda ham qiyin bo'ldi o'yin. Shu birinchi taym sal qiynaldik, no bunga ham sabab bor. Любой o'sha jamoa bu yerga kelgandachi asosiy maqsad o'sha himoyada o'ynash. Lokomotivni ham ko'rdik birinchidan. Yomon emas, yaxshi o'ynadi, lekin bolalarimizga rahmat. Baribir o'sha saviyasi ko'rsatdi. Yana bir g'alaba bilan tabriklayman. Hamma. Albatta, chiroyli, yorqin o'yin, chiroyli g'alaba bilan sizni ham tabriklaymiz. Farrux Saidiyev ko'ryapmiz. So'nggi o'yinlarda ko'p bor yarim himoyadan sinab ko'ryapsizlar. Bu Ibrohim Yo'ldoshevga o'yin amaliyoti berish uchun qilinyaptimi yoki o'sha chap qanotda muammoni, o'sha chap qanot yarim himoyadagi muammoni Farrux Saidiyev orqali yopishga keyinchalik harakat bormi? Как раз shu tema bo'yicha hozir gaplashdik-da Farrux bilan. Oldin Farrux himoyada ham o'ynagan. Шум чем он парень универсальный, вот и у нас есть как вариация, значит, с Ибо играть, значит, чтобы они вместе играли на одном фланге. Ну вот неплохо получилось сегодня. Мы видели, Фарух остро шел в атаку, Юлдашев занимался своими непосредственно функциями. Ну есть одна из вариаций нашей игры, и повторяюсь, у нас уже, наверное, несколько раз я подчеркивал на после матчев. Не так много футболистов, которые способны выйти и играть на уровне, который сегодня задает, на уровне и притязании, которые задает Новобахор. Вот Юлдашев один из них, он игрок основной обоймы, поэтому кое-какие варианты у нас в этой связи. И, значит, мы осуществляем и по ситуации, как игра складывается. Ну, сегодня неплохо получилась эта связка. Вот Саулабом. Саулабом. Форум? Можно, да? Все-таки интересно общаться, да? Хотелось вас спросить. Вот сегодня вы с корабля на бал выпустили Руслана Джианова, который хорошо выступил как игрок на Бахора, сборной Олимпийской, да? Но чувствовалось чуть-чуть усталость игрока. Он сам хотел играть сегодня в игре, или же вы все равно дали ему шанс сыграть в этой игре? Ну, во-первых, это мое желание, чтобы он приехал и был в обойме. Потому что игра могла по-разному складываться. У нас не так много футболистов уровня Джианова, чтобы мы могли усилить качество игры при необходимости. Руслан был в резерве. Вчера буквально ему не здоровилось, скажем так, была температура. Благо доктор сегодня дал отмашку, что мы можем его заявлять. И он, конечно, с удовольствием. Руслан – это наша боевая единица. Мы гордимся, что мы перезапустили его карьеру с приходом на Бахор. Вы знаете, он провел хорошее, значит, начало чемпионата. Это игры в Лиге чемпионов, игры чемпионата. Неплохо себя проявил и стал основным игроком олимпийской сборной. Я думаю, внес достаточно весомую лепту в успех нашей олимпийской сборной. Конечно, мы поздравляем всю сборную. Гордимся, что у нас есть олимпиец Руслан. Я думаю, в дальнейшем, сегодня будем уже его восстанавливать, подводить. В дальнейшем, наверное, будет помогать Новобахору решать уже наши задачи здесь, на Мангане. Локомотив курдик. Уинни Бошидан, кинчи джамо были войнады. И чхаватли хмоя, готовы. И чхават были. Очевидно, кучили футбол джамо, очевидно, локомотив хашли курса, чин куткенес. Да, мы достаточно хорошо изучали, знали лучшие качества. Локомотив очень неплохо вылетает в контратаке. У них быстрые фланговые игроки атаки. Поэтому мы понимали, что весь расчет будет именно на быстрые встречные атаки. Ну, задача наша была завершать до логического конца наши атаки, что не совсем получалось. И здесь уже, как говорится, на помощь пришла индивидуальное мастерство Балтабаева, которое прицельно, скажем так, достаточно ударил. И мы немножко, игра после этого раскрылась. Мы не доставали сопернику
в начале больших нерешаемых задач, поэтому практически до гола у нас и моментов не было. Но тому вина Пахатозума Сабарчи, мы. Повторяюсь, сегодня на Бахор невозможно победить. Невозможно победить. И если даже мы теряем очки, то только это наша вина, не вина соперника. Всякого рода рикошеты, всякого рода нелепые какие-то вещи, которые нам залетели до сегодняшнего дня, виноваты только мы, но не соперник. Повторяюсь, сегодня Новобахор может потерять очки только по своей вине. Вот эти нелепости, которые были, к сожалению. Но благо сегодня мы практически каждую секунду матча контролировали. И результат, и качество игры сегодня налицо. Огромное спасибо ребятам. Они сегодня молодцы. Вы молодым даете возможность. Сегодня я играл на Рус Минджан. До этого вы выпускали Шодиора, Шодибара, но, к сожалению, мы его сегодня в заявке не видели. Может, у него травма, может, какая-то другая причина, мы не знаем. И сегодня Сиаушак Назари тоже вышел из замены, да, забил гол. Вот как вы оцениваете их игру в данном матче? Спасибо. Ну, Навруз неплохо вышел, да, был момент забить гол, несколько эпизодов играл. Но пока, скажем так, не совсем уверенно, как раз сейчас в раздевалке с ним общались. Будем работать с ним индивидуально. Хороший мальчик, если вы помните, в прошлом году он играл в первой лиге. И как раз в этой игре я его подметил, что он уже готов. И приблизились сюда, и потихонечку он с нами с Боропа. Будет играть Навруз. Даем ему шансы по возможности. Что касается Шодыбаева, то после игры с Джизаком он еще ни одной тренировки не провел. Он получил травму, восстанавливается. Ну, думаю, в последующем будет наши обоймы. Да и вообще, если честно говоря, иногда бытует мнение, почему тот играет, почему тот не играет. Всем просто хочу еще раз сказать, моя главная задача – делать результат. Моя задача не состоит в том, что кому-то давать больше, кому-то… Кто достоин, тот играет. Поэтому все остальные вещи, перспектива, игровая практика – это потом. Сегодня наша главная задача с командой – это результат. Добиваться результата нужно. O'zbek millati haligacha o'rinlarni yurgan tarixda birinchi marta Olimpiada o'yinlariga chiqdik. Murabbiy sifatida Kavazening mehnatini, qolaversa mana shu yosh olimpiyachilarimizni shu o'zbek xalqiga taqdim etgan shu sovg'asini bir e'tirof etsangiz, matbuotda yozilsa manimcha yanada quvonchli ish bo'ladi. Albatta, albatta, сегодня исторический результат, ну скажу так, это огромный труд. Трехгодичный огромный труд – это целенаправленная, продуманная политика, в первую очередь, Федерации футбола. Основание, это фундамент этого результата – это идея, которая была создана руководством Федерации, именно создать Олимпик и держать там талантливых ребят. Все остальное потом, но идея была назначить тренера, и чтобы он отслеживал развитие всех ребят. Конечно, многие переросли Олимпик. И, кстати, вот Руслан – один из примеров. Конечно, Руслан, который был в Олимпике и который сыграл в Лиге чемпионов. В Лиге чемпионов с Аль-Иттихадом. Это другой Руслан. Он возмужал. И даже игры сборной показали. Но идея эта сработала. Конечно, огромный тут тренерского штаба. Молодцы. Нужно похвалить. Хочу подчеркнуть, что этот тренер – гражданин нашей страны. И мы должны доверять нашим ребятам, нашим тренерам. Наши тренера, если так посмотреть историю, наши тренера делали результат самый большой в истории нашего футбола. Поэтому, конечно, и Тимура нужно отметить, тем более, что на каком-то этапе и у меня он проходил как футболист. Молодцы, что говорить. Но еще другое хочу отметить, золотую плеяду нашего футбола. Посмотрите, какие ребята. Просто на загляденье. Я думаю, это будущее нашего футбола. Они уже больше половины достойны уже играть в национальной сборной. Я думаю, что костяк этой команды на годы – это будущее нашего узбекского футбола. Они даже в финале показали, что даже, ну, тех, скажем так,
ярых таких фаворитов азиатского футбола, они практически переиграли. Они должны были выигрывать и достойны были победы. Что можно сказать? Поздравить и гордиться этими ребятами, тренерами. И вообще вся идея, то, что федерация сегодня поддерживает. Я думаю, что в первую очередь постановление, которое наш президент уделяет внимание футболу и развитию молодежи. Вот это главная основа всех наших успехов в футболе.